Обстановка была исключительно тяжелая. Мы подошли вплотную к Воронежу. 6-я кавалерийская дивизия с 21-м железнодорожной бригадой наносила удар с востока в центр города. 12-я стрелковая дивизия юго-востока охватывала город Воронеж. 4-я кавалерийская дивизия получила задачу нанести удар с севера. Причем в этом направлении необходимо было форсировать реку Воронеж. Темнота, ничего не видно. Когда мы подошли вот к реке, я, как сейчас помню, вот эскадрон подошел, у меня 4-й взвод шел впереди, командовал Нил Иванович Черемисов этим взводом. Он первый шел. Река, осень, октябрь месяц. Противник открыл действительно огонь, еще мы на середине реки были. Они форсировали, зацепились за этот берег. Тут эскадрон спешился. Противника отбросили и предоставили возможность форсировать реку всей дивизии.